Desert Eagle. 10 рублей в день. Ёмки, как, сука. Итак, третья, если я не ошибаюсь. Да, третья часть прохождения The Solus Project. В прошлой части, в конце, я открыл вот эту дверцу, собственно говоря. Ну, как раз вот тот указатель желтой краской сюда указывает. Попробуем сюда пройти, исследовать нижнюю секцию. Опять найти источник звука, видите? А ну-ка, я смогу туда телепортнуться сейчас? Положи-ка факел. А ну-ка. Где тут телепорт? А ну-ка, смогу? Вот, блин, а почему? А если... Вот черт, я хотел вот туда телепортнуться. Ну что ж, ладно, видимо, не получится. Ты факел-то возьми в руку. Так, ага. Вот тут что-то. Ящик какой-то. Целебное средство здоровья плюс 25. У меня и так здоровье на максимуме, кстати. У меня ни разу еще не падало. Ну ладно. Еще тут тоже... А, тут пустой ящик почему-то. Какие-то звуки подозрительные есть, или это факел трещит? Вон, вижу пункт назначения. Ну, не зомби, ничего такого я еще ни разу не видел. Угу. Я думаю, потом поменьше этой игры снимать. То есть не полное прохождение, как я вот сейчас делаю. Да, это третья часть, уже полное прохождение. А так, отрывками снимать. Еда и тепло, редкость под землей. Видите? О, тут целая кастрюля с супом, нихера себе. И с водой. Ничего себе. Ничего, это я клондайк нашел так-то. Так, тут, я так понимаю, тут все пути в одно место ведут. Ну да, назад, там путь назад. Видите, то есть это просто клондайк. Вода бесконечная и суп бесконечный, пиздец. Ну, у меня как бы есть и консервы, и все. Для меня это не проблема. Собственно говоря, интересно, вот кто это оставил, сохранение. Дорога странников 2. Видите, тут фреска древняя. Начало 2 из 8. Начало 8 из 8, да, какие-то фрески. Мудрецы ведают о древнем мире, что было до этого. Мире, что был нашим домом. Там трудились мы в полях при свете солнца. Какие-то звуки там подозрительные. Ладно. Единожды осквернено стало тепло и бытие небес. Сотворил его праведный гнев. Бла-бла-бла. Короче, какой-то праведный этот библейский бред, видимо. На санскрите, что ли, посланники небесные взяли нас в странствие сквозь Черный океан. Бла-бла-бла. Еще картинка. Я, короче, это типа Моисей, пророк Моисей, какая-то такая хуйня. Ну да, тут древний храм, это я как бы сразу понял. Надо быть осторожным, тут как в Скайриме, опять вот этот двемерский храм. Могут быть какие-нибудь ловушки, мины. Проход за стеной. Мне надо вот эту стену как-то открыть. Понял. И пустая емкость. Пустая емкость, мне ее некуда взять, у меня инвентарь, кажется, заполнен. Да. Хотя я могу выбросить кое-что, кстати. Кристалл света, я думаю, нахер не нужен. А, постой. Пустая бутылка, во. Пустую бутылку-то я точно выбросить могу. Отлично. Есть, взял какую-то пустую емкость. Я так понимаю, ее странной едой можно наполнить, ну ладно. Адарсум. Это, видимо, какой-то древний знак Адарсум.
Не знаю, правда, как он мне пригодится. Вот еще один. Адарсум. 4 из 4. А то был 3 из 3. Постойте, я придумал. Может, надо встать на эту кнопку? О, я так и знал, что надо вот сюда встать. Все как в Скайриме прям. Ах ты тварь. Постойте, а как... А почему она закрывается? Мне надо что-то положить, что ли, сюда? А если так? Блин, не успеваю. А как, постойте, может... А, у меня же телепорт есть, я все время забываю. Давайте я телепортером воспользуюсь. Ну спасибо, вообще телепортнул, блядь. Не, а так... Бля, так не получится. Мне подальше надо. А ну-ка. Ебать, я не успеваю. Пиздец, я не успеваю так-то пробежать. Может, мне надо было... Я не знаю, что-то нужное подобрать. Тут вроде ничего нужного нету. Может, надо было... Я не знаю, камень взять. Вот, может, камень надо кинуть туда. Давай еще раз сохранимся. Хорошо. Может, камень положить сюда, я вот думаю. Тяжелый камень. Может, он зажмет как бы? Отлично, получилось. Этот камень зажал просто. Дорога странников 3. Музыка заиграла какая-то. Таинственная. Сейчас я даже чуть потише сделаю. Блин, все равно громко, пиздец. Или это у меня наушники такие? Да, вот опять какие-то фрески, наскальные рисунки, посланники небесные. Ну да, тут походу какие-то инопланетяне прилетали, их за богов считали, видимо. Реально тут храм какой-то. Да, я думаю, это инопланетяне прилетали, судя по рисункам, и они это все и отстроили. Не могли ж люди это построить. Они воззвали, воздвигли город из камней и показали нам как. Знания их стали нашими, ну да. Посланники небесные, инопланетяне научили. Ух ты, ни хрена себе, меч. Полезный инструмент. Ну давайте, меч полезный инструмент. Прикольно. А можно его в руки взять, интересно? Тут светло, кстати, и так. Прикольно вообще. Как будто в World of Warcraft. Реально меч, да, такой. Давай, возьми факел. Надо будет... А, надо воды попить. Черт, у меня воды мало, оказывается, я и не знал. Да подбери ты. Хорошо. А, выбрось... А, ну пусть останется пока бутылка. Вот, источник звука, я так понимаю, да? Чё опять за землетрясение? А, я меч вставил сюда.
как будто Эскалибур какой-то. Блин, а у меня воды, оказывается, очень мало. Так, осторожно, тут трапы стоят, ловушки. This planet isn't as untouched as we thought. I need to report back. I need to record this. Wilson, record. Ну да. This is Octavius Scan, environmental analyst with the Solus 3 detachment on Gliese 6143C. I landed on an archipelago, lots of rock and flora. As far as the eye can see, is shimmering ocean. The atmosphere seems habitable, but it might be volatile. I'll keep gathering data. I followed a strange sound after the crash, which led me into a series of caves. And there's more than just geology and dripping water down here. There are signs of civilization, carvings, mechanisms, buildings. We're not the first beings here. I found a skeleton, a humanoid skeleton with a strange elongated skull. I don't know what to make of it. Its skeletal structure is so similar to ours. I need to keep going. I'll see if I can find a way to link with the satellite and submit my data. Scan out. Короче, наш персонаж сейчас типа наговорил, что я вот попал на эту планету, нашел какие-то... То, что планета не так уж и заброшена, нашел здание, строение, скелет гуманоида какого-то. Короче, он попытается связаться с людьми, то есть я попытаюсь, да, и вот связаться с людьми, передать им эту информацию. Опа, вода, вот про что я и говорил. А ну-ка. Я ведь могу бутылку наполнить тут. Да, наполнил, отлично. Ну да, воды в пещере хватает. Да и еду я тут находил, по сути. Интересно, а этот факел бесконечный, я так понимаю, да? Ну я так понимаю, что да, горит вечно, ну да. Свет вижу. А, это от этого, от кристалла. Дорога странников 4. Дорога странников. Ну, странника я пока только одного нашел, да и то в виде скелет. Ну ладно. Так, там что-то есть? Не, нет. Я до сих пор какой-то шум слышу, эхо какое-то, что ли. Ох, нихера себе. А вот это сейчас хреново было. Вот эти шипы бьют из потолка. Хорошо, что они передо мной ударили, они в меня. Пиздец. И что делать? Может как-то быстро пробежать? Да, отлично. Они... Да, они меня не задели, они за мной как бы, позади меня. Кстати, мне, наверное, поспать надо, я очень мало спал в этой игре. Вроде условия нормальные. Надо поспать, потому что реально, я за всю игру, вот сколько я играю, да, за 3 серии я где-то поспал часа 2-3, вот, за 3 серии, да, маловато. А ну-ка. Качество здоровья плюс 280. Ну а у меня его и так 100%. Качество сна 70%. Ну нормально, я так понимаю, это на усталость влияет. Ни хрена себе, я крики слышал. Надо поесть чего-то. Это еда, нет? Нет, не еда. Да, сухпайок съем. Хорошо. Надо перед тем, как пугаться, поесть. Вот и начались какие-то траблы. Вы покидаете область. 10 секретов осталось найти, а похер, я вроде все нашел. Так, опять я здесь.
на время загрузки я просто фрапс, ой, ОБС отключил. Мне кажется, или тут все черно-белое? Или это просто камень такой? Так, воды попьем. Мне радар куда-то наверх указывает, там какая-то точка, что ли. Сохранение. Опа. Вот вышли из пещеры через другой проход. Странно, мне казалось, я какие-то крики слышал там. Перекресток дорог один. Следовать по тропе и выяснить, куда она ведет. Угу. Ну да, опять на открытый воздух выбрались. Растения, но мне пока не нужно съедобное растение. У меня еда есть, там консервы. Какие-то точки есть, помимо основных квестов? То есть точка назначения, да, еще и другие задания есть. Так, ну ладно, точка назначения, вот она. Я так понимаю. Осмотреть место падения спасательной... А, вот записочка. Не уверен, получится ли из этого что-нибудь хорошее, но попробую строить канал связи с Пролусом. Спутниковые зонды на орбите могут послужить коммуникационным передатчиком, но придется собрать немного деталей, чтобы отправить сигнал с поверхности. Интересно, как обстоят дела с другими кораблями. Тоже какой-то упавший, как и я. Это тот же чувак пишет. Никогда в жизни не чувствовал себя так одиноко. Все эти годы мы потратили на путешествия, на знакомство друг с другом, на исследования. Все наши надежды исчезли, как сгоревший корабль. Бла-бла-бла. Дождь пошел. Выбрал участок для коммуникационной башни на вершине холма. Хороший ориентир. Надо на вершину холма, так понимаю. Завидую остальной части экипажа, мертвой части. Ну окей. Ну да, вот тут обломки я вижу. Я собрал большинство деталей корабля с острова, но не нашел никаких тел. Записи Юрия опять. Я собрал все основные компоненты коммуникационной башни. Моя главная цель — дать знать людям в колонии, бла-бла-бла. Радиомаяк. У меня есть радиомаяк. Я подбирал. ХИС не нужно. У меня есть ХИС. У меня есть. Ох, ни хрена себе. А, это пустые бутылки из-под воды. А, и пустые банки консервные. Тут, короче, опа-на. Человек. Юрий. Нормально, тут вода есть. Плата. А ну-ка, а дальше что? Ой, дальше там проход есть, кстати, куда-то. Ладно. Думаю, для этой серии хватит. Нашли вот тоже какого-то чувака упадшего. Думаю, до следующей серии тогда. Лайк, подписка, все дела. Вот даже костер еще не потух.